Никогда не подбирайте кукол на улице. Однажды Света читала книгу в лесу. Вдруг услышала писк. Подумала, это котенок. Решила искать. Но это был не котенок. Звук издавала кукла, лежащая на дороге. Света поднесла ее к уху. Пить, пить. Шептала кукла. Света дала ей немного воды. Вода стекла по пластмассовому рту. И кукла успокоилась. А ее лицо вдруг изменилось. Света забрала куклу себе. Пришла домой, бросила куклу на диван. А сама легла спать. Ночью Света проснулась от писка. Пить, пить. Стонала кукла. Потерянная кукла стонала. Пить, пить. Света набрала полную колбу воды и бросила туда куклу. Сама легла спать. Утром она проснулась и не могла поверить своим глазам. Вместо маленькой куколки в колбе стояла огромная Барби. Пластмассовые руки, ноги. Ничего необычного. Вот только Свете показалось, будто кукла подмигнула глазом. Света подумала, что сходит с ума. И тут кукла прошептала. Пить, пить. Я не понимаю. Что происходит? Пить, пить. Да пои меня! Света от испуга бросилась в ванную, швырнула куклу в воду и заперла дверь. Кукла все просила. Пить, пить. Света бросила ее в ванную, наполненную водой. Через 2 часа стоны из ванной прекратились. Света пошла проверить, что стало с куклой. Она не могла поверить своим глазам. Вместо маленькой Барби в ванной лежала кукла в человеческий рост. Хочу есть. У Светы подкосились ноги. Она меня сожрет. А кукла уже стояла в дверях. Накорми меня. Света поползла на кухню. А кукла на пластмассовых ножках поковыляла за ней. Света достала все, что у нее было из еды. Кукла уселась и начала пробовать. Но ничего съесть так и не смогла. Куклы не едят человеческую еду. И Светина кукла осталась голодной. Накорми меня. Она меня сожрет. И тут Света поняла. Пластмассовым куклам пластмассовая еда. Дрожащей рукой она налила воображаемый чай и подала печенюшки. Кукла чаю попила и съела пластмассовый пирожок. Наелась, и что дальше? Кукла зловеще посмотрела на Свету. Поиграй со мной. Во что? В дочке матери? Мама, мама. Ладно, идем. Тебе пора в свою комнату. Играй с плюшевым мишкой. Заходи. Кукла зашла в ванную, а Света закрыла дверь и перекрыла воду в кран. В ванной у Светы заперта кукла, которую она нашла на дороге, отпоила водой, и та выросла в человеческий рост. Уже 3 дня кукла заперта в ванной без воды. Из-за двери только слышны ее стоны. Пить, пить. На 4-й день Света решила заглянуть внутрь. В комнате никого. И тут из ванной показались 2 маленькие ручки, а потом голова. Пить, пить. Без воды кукла высохла и становилась все меньше и меньше. Через неделю стоны из ванной затихли. Света заглянула внутрь и нашла в ванной маленькую куколку. Напои меня!